Всем привет, ловите очередной топ товаров с AliExpress, из которых я могу поспорить, вам точно что-нибудь понравится. А это очень стильный эффектный чехол для телефонов, который подходит таким моделям, как iPhone 7, 7s, 8 и SE. Так, например, по нажатию на вот эту кнопку активируется мощный электрошокер, который может использоваться для самозащиты. Сам чехол никакой помощи не просит, сам себя защищает от ударов, воды и других явлений. Кроме всего, чехол выступает в качестве пауэрбанка. Для его собственной подзарядки сбоку имеется специальный порт, а включается и выключается чудо также при помощи соседней кнопочки сбоку. Уровень заряда, кстати, будет отображаться светодиодом на задней нижней части чехла. Занимаясь ремонтом или перестановкой мебели, нам приходится сильно напрягать свою спину, иногда рискуя даже ее сорвать, перенося различные тяжелые предметы. Однако эту задачу можно упростить, используя специальные ремни. Они выполнены из прочного материала и могут регулироваться по длине. Благодаря им вес распределяется равномерно, что гарантирует более легкое перемещение. Ремень фиксируется на предплечье, и при этом кисти рук не задействуются. Следующий товар на сегодняшний день носит название Freestyle Edge RGB и является современной клавиатурой. Дружащие с английским языком люди уже наверняка представили, что это такое. Что ж, вряд ли кто-то из вас мог подумать, что у этой клавиатуры будет раздельный корпус, не так ли? С его помощью вы всегда можете подстроить аксессуар индивидуально под себя и получить преимущество над соперником. Все это будет сопровождаться иммерсивной RGB подсветкой, мягкими опорами для рук и совершенно новым приложением Smart Set. Эргономичный дизайн, быстрые свечи и красивый невероятный внешний вид – вот три качества, которыми эта клавиатура собирается завоевать сердца геймеров. Так, а тут у нас крайне необычный фонарь для прицепов, он отличается высокой яркостью и водонепроницаемостью. У продавца имеется целый ряд креативных моделей с необычным строением заднего света, тормоза и поворотников. У всех них стандартные габариты, отчего не подходят для любого транспорта. Все фонари являются простыми в установке и долго служат. Вы когда-нибудь задумывались о том, что будет, если у вас появится шестой палец? И нет, это не сказки и не мои дурные выдумки. В наше время это реально существующая тема. Вот же она. Это палец, это напечатанное на 3D принтере удлинение большого пальца руки, управляемого ногами. В ботинок вы кладете Bluetooth сенсор, и в момент, когда вы надавите на поверхность пола, палец начинает сжиматься. Приноровившись к нему, вы более ловко сможете орудовать предметами и вообще повысите свою функциональность. По-моему, очень даже круто. Крутая штука, а свое мнение можете написать в комменты. На очереди забавная игрушка Коти, которая станет всем верным другом и сумеет поднять настроение. По размерам кот совсем небольшой, представлены две модели 23 и 33 сантиметра в длину. Мягкий и очень приятный на ощупь, нажав на лапку, он начинает танцевать и вместе с этим напевать мелодии. Заряд позитива точно обеспечен, из минусов уже некоторые отмечают неустойчивость, но разве такой мордашке можно отказать? Вылитый Матроскин. Следом на очереди будет кольцо-шокер, это идеальный инструмент для самозащиты, вот правда, все что вам нужно сделать, это сжать руку и сразу же произойдет электрический разряд. С ним вы не тратите драгоценные секунды на переключение разных кнопок. Встроенный электрошокер мощно имеет толстые электроды, а также резкий и характерный звуковой эффект разряда. Сделано кольцо из ABS пластика в совокупности с легированным металлом, работает на никель-кадмиевой батарее, которой необходимо каких-то 2-3 часа до полного заряда. А здесь у нас, кстати, попробуйте отгадать, что это такое, и нет, сразу скажу, что это не флешка. Хотя если смотреть на форму и размеры, то так и не скажешь. Вы будете удивлены, но это миниатюрный персональный компьютер от тайваньской компании Asus, и его можно считать уникальным девайсом. Он предлагает быстродействие, которого с головой хватает для выполнения множества несложных повседневных задач, но при этом обладает минимальным размером и незаоблачной стоимостью. Для того, чтобы этот стик начал работать, его необходимо подключить через HDMI к монитору и
И в принципе все, можете наслаждаться. Интерфейсные разъемы располагаются на боковых гранях, так что можете смело подключать различные девайсы, вроде мышки. На торце есть также 3,5-мм комбинированный аудиоразъем для подключения наушников или гарнитуры. Что по производительности, система оснащена Intel Atom X5. Это 4-ядерный эргономичный процессор, который под нагрузкой может ускориться до 1,92 ГГц. Он содержит встроенное графическое ядро Intel HD Graphics 400, емкость внутреннего накопителя 32 ГБ. Ну а на что можно рассчитывать с брелково-подобным компьютером? Его вполне достаточно, чтобы посерфить в интернете, поработать с почтой, попереписываться в мессенджерах, да и офисники он потянет. На очереди новый Nexus Companion с программным обеспечением Corsair. Говоря простым языком, это такой полностью настраиваемый ЖК-экран, который поможет вам управлять играми, системой, перемещаться между окнами, отслеживать важную и не очень информацию и многое другое. Никакой дополнительной настройки Companion не требует. Весь интерфейс предельно ясен и интуитивно понятен. Подключается он через USB и, обратите внимание, подходит исключительно для 10 Windows. Те, кто самостоятельно делали ремонт и после еще и убирали, то не понаслышке знают, сколько получается пыли в результате использования перфоратора, недорогую насадку пылесборник. Как вы понимаете, именно она будет собирать весь мусор, и даже несмотря на то, что идеальной чистоты никто не обещает, то пыли уже точно будет меньше. Благодаря спиральной форме длину насадки можно уменьшить или увеличить, продается диаметром 110 и 160 мм. Инструмент для регулировки длины ремешков и браслетов на часах. Если ваша деятельность связана с ремонтом часов или если вы просто хотите в домашних условиях укоротить ремешок, берите на заметку следующую недорогую вещицу. Работает вся эта конструкция следующим образом. Зажимаете ремешок и выкручиваете крепление. Вуаля! Теперь можно без лишних усилий удалять лишние звенья и сокращать длину браслета. Полезная покупка, с помощью которой вы сэкономите на услугах ремонтных мастерских. В современном мире, где почти каждый частично или же полностью перешел на безналичную оплату, с каждым разом появляются новые виды преступлений, к ним относится бесконтактная кража денег. Даже не заметив ничего подозрительного, вы можете лишиться крупной суммы со счета или потерять доступ к аккаунту. Поэтому рекомендую использовать чехлы, имеющие PFID защиту. Принцип действия очень прост и заключается в экранировании электромагнитного поля. Он предотвращает возможность удаленного считывания информации, а значит надежно уберегает ваши денежные средства от кражи. Многие жалуются, что чехол достаточно маленький, отчего подойдет не для всех смартфонов, в основном для стареньких айфонов, однако его по-прежнему можно использовать для защиты банковских карт. Поскольку криптовалюты постепенно начинают занимать достойное место в мире, в качестве будущего всей мировой финансовой системы, я вам обязан показать следующую вещь. Это аппаратный кошелек Trezor One, поддерживающий широкий спектр криптовалют. Дополнительные меры безопасности, такие как пин-коды и парольные фразы, делают его максимально защищенным от взлома. Устройство довольно маленькое, его можно носить с собой на связке ключей или даже в кармане. Когда необходимо перевести монеты, нужно просто подключить Trezor к любому компьютеру. Ребят, вы когда-нибудь видели яблоко или любой другой фрукт или ягоду в форме сердца? Нет, не просто напоминающее сердце, а именно четко повторяющее его вид. Нет? Ну тогда смотрите, с помощью такого гаджета вы сможете это сделать. Это специальная форма, которая стоит реально какие-то копейки по сравнению с тем, что мы получаем на выходе. Как это действует? Да очень просто. Помещаете растущий плод в индивидуальную пластиковую формочку и по мере роста он начинает ее заполнять, принимая задуманный вид. Следующую вещь я настоятельно не рекомендую заказывать из Китая, потому что за нее может грозить не только штраф, но и даже тюремный срок. Дело в том, что с ее помощью можно как подключаться к чужим защищенным сетям, так и глушить или блокировать находящиеся поблизости сигналы. Кроме того, устройство позволяет входить в интернет и загружать другие программы для взлома. В него установлен аккумулятор на 1500 мАч, а для отображения информации используется сенсорный экран 3,2 дюйма. Очень так неплохо для хакерской подделки.
Хотите спрятать свои деньги от жены или просто отложить их до лучших времен? Да легко, для таких случаев я нашел реально самый непредсказуемый тайник. Он выполнен в виде болта, по-моему, это просто гениально. По размерам подобный сейф совсем небольшой, зато внешне ну вообще не отличить от болтика, а внутри достаточно места, чтобы спрятать свернутую купюру или что-нибудь маленькое. Может быть какое-нибудь украшение вроде браслета или подвески. Чтобы его открыть, нужно всего лишь открутить гайку. Кто тут собрался заняться уборкой? Кажется, это точно не я. А хотя со следующей вещицей почему бы и нет. Это читерская штука, серьезно. Она представляет собой универсальную щетку 3 в 1, оснащенную пульверизатором и скребком для удаления твердых загрязнений. Материал щетки — это мягкая микрофибра, хорошо промывающая поверхность и не оставляющая следов и царапин. Хозяйкам на заметку. А здесь у меня нож, правда размеров он реально крошечных, будто предназначен для игры, но не для чего-то серьезного. Однако, как оказалось, я на его счет ошибся, как говорится, маленький да удаленький. В общем, режет он прилично, для открытия коробок или каких-то несложных задач подойдет. Хотя, пожалуй, его функционал мне меньше всего интересен, как вообще о них можно думать, когда перед тобой такой вот видок. Нож реально один в один как настоящий, причем на сайте можно выбрать форму лезвия. Рукоять деревянная и имеет узор, в комплекте так также идет кожаный чехол на кнопки для безопасного ношения. Складное ведро пригодится рыбакам, охотникам, а также дачникам или туристам, выполняет ту же самую функцию, что и пластиковое или металлическое, но при этом благодаря складной форме обеспечивает удобную транспортировку и хранение. Выполнено из крепкого плотного материала ПВХ, для удобства переноски также используются мягкие ручки, продается вместимостью на 12 или 20 литров, а также в разных цветах. Да, кстати, вы не забыли, что скоро у нас 11.11, это главная распродажа года на AliExpress, и в этот период можно отлично сэкономить. С 28 октября по 11 ноября добавляйте товары в корзину, собирайте монеты и купоны, играйте в игры, участвуйте в акциях. А во время самой распродажи с 11.11 оплачивайте все то, что успели положить в корзину ранее. А если при этом у вас будет еще и аккаунт Мегабонус, то помимо напоминания про распродажу, Мегабонус даст повышенный кэшбэк одним из первых. И для этого вам нужно активировать повышенный кэшбэк на сайте. На главной странице Мегабонус вы найдете раздел «Магазины с повышенным кэшбэком». Там сможете найти кэшбэк на AliExpress почти до 26%. Также в этом разделе можно вернуть до 40% из других магазинов. Количество ограничено и магазины постоянно меняются, так что заходите и проверяйте. Еще вам нужно установить расширение для браузера. Делается это очень просто, но это даст вам плюс 2 уровня в программе лояльности. А чем выше уровень в программе лояльности, тем больше бонусный кэшбэк. Покупайте уже сейчас, потому что Мегабонус начисляет дополнительный кэшбэк. Промокод на повышенный кэшбэк активируется автоматически по ссылке в описании. Также он дает плюс 2 уровня к лояльности, вместе с расширением у вас получается уже 4, так что поспешите, количество ограничено. Здесь у меня классный электрический скейтборд, на котором запросто может прокатиться по городу и отвлечься от своих дел. Весит такая модель около 30 кг и способна разогнаться вплоть до 45 км в час. До полного заряда аккумулятора потребуется в районе 8 часов. Продавец предлагает на выбор 3 разные модели, каждая из которых имеет свой собственный вес и характеристики. Интересным его делает необычная подсветка, расположенная с боковых, а также задней и передней сторон. За все управление, а также мониторинг скорости и прочих данных отвечает специальный пульт. Если вы думаете, как можно развлечь себя в свободное время, то почему бы не присмотреться к такому вот оригинальному варианту? Это игрушки на пульте управления, которые играют в футбол. Суть такой вещицы предельно проста и понятна. Роботы владеют множеством футбольных приемов, обводкой, перехватом, пасом, выполняют удар, подъем и многое другое. Имеется два уровня, новичок и профи. Они отличаются расстоянием между крючками. Игрокам понадобится время, чтобы приловчиться к непростому управлению, но все же сам процесс уже с первой секунды будет крайне веселым. Игрушка сделана из пластика и практически ничего не весит. А это достаточно объемная пивная кружка, представлена на 500 и 600 мл. Имеет несколько стилистик, 4 вида черепа, викинг и имитация дерева. Каждая кружка оснащена красивой ручкой, являющейся главным элементом дизайна. Здесь она может быть представлена в виде рогов, необычного плетения, а также есть варианты без ручки. Основа выполнена из нержавеющей стали.
Школьная пора уже наступила, поэтому мне показалось разумным добавить выпуск вот эту полезную и современную вещь. Это электрические ластики, стирающие следы от карандашей. Их корпус сделан из пластика. Каждая модель имеет возможность сменить резиновый наконечник сколько угодно раз, что делает подобный инструмент многоразовым. Диаметр ластиков 12 на 5 мм, а самой ручки 17,5 см. Довольно удобная вещь, которая непременно пригодится каждому ученику. А следующая вещь может быть заменой всем трем другим видам транспорта. С виду это может показаться обычным детским самокатом, но помимо его задачи, он также может являться и велосипедом, и даже обычной машинкой, на которую можно присесть и двигаться при помощи толчков своими ногами. Сделан из металла, имеет довольно широкую удобную сидушку, колеса также надежные. В целом никакого дискомфорта во время его пользования возникнуть не должно. Если кто-то из вас находится в поиске необычного подарка близкому, либо просто какой-то интересной декорации, то я попрошу вашего внимания. Это левитирующий горшок с настоящим растением. К нему прилагается небольшая подставка, сделанная под дерево, которая и создаст эффект левитации. Сама по себе вещица компактна и легко может поместиться даже на небольшом столе. Со стороны выглядит очень аккуратно и стильно. Весит вся конструкция около 1 кг. Имейте в виду, что для работы устройство будет необходимо подключить к розетке. Следующий предмет может быть лучшим другом для любого мужчины, который постоянно что-то прикручивает, отрезает, открывает, либо же скрепляет. Это стильный железный мультитул. В собранном виде он практически не занимает места, чего будет крайне удобным при переноске. Несмотря на свои маленькие габариты, он может похвастаться совсем не маленьким ассортиментом принадлежностей. Тут найдется все, от маленьких пил до плоскогубцев. Также, кстати, может быть довольно приятным и качественным подарком. Если вы вдохновились роликами из интернета, либо просто хотите в границах своего дома смешивать различные вкусные коктейли, вам понадобится специальный для этих дел набор. Он включает в себя весь необходимый инвентарь бармена, который состоит из 12 позиций и используется для приготовления коктейлей разной сложности. Он подойдет как новичкам, так и профессионалам. Все элементы качественно сделаны из нержавеющей стали. Также в комплекте приходит и красивая на вид бамбуковая стойка, на которой можно разместить все свои реквизиты. А это еще одна интересная вещица – тапочки Хлеб. Они выглядят очень естественно и аппетитно. Хрустящая, немного золотистая корочка снаружи и нежная пористая мякоть внутри. Все как мы любим, аж слюнки идут. Кроме того, тапочки отличаются и своим удобством. Они, поверьте мне, очень мягкие и уютные. Продаются в трех дизайнах и размерах. Так сказать, каждый подберет хлебушек на свой вкус. Следующий предмет подойдет для тех, кто любит выращивать что-то в домашних условиях. Это специальная лампа, которая оснащена для этого всем самым необходимым. Высоту она 37 см, ширину чуть меньше 20. Устройство имеет специальный резервуар для воды, и различные индикаторы учитывают хорошую технологию посадки растений и многое другое. Одним словом, это современное решение проблемы занятий растениями в домашних условиях. Если же среди моих зрителей имеются игроки в CSGO, то наверняка сразу узнают по форме и нескольким принтам этот удивительный нож. Ну а для тех, кто не в курсе, это керамбит. Нож с изогнутым клинком и заточкой, как правило, с внутренней стороны. Его удерживают основным хватом, продев указательный или большой палец в кольцо. Лезвие острия клинка ориентированы от себя. В шутере, от которого он и получил такую популярность среди младшего поколения, он представлен в запоминающихся окрасах, например, зуб тигра, радужный градиент и другие. А эта необычная ваза выполнена в скандинавском стиле, она оснащена минималистичным дизайном и состоит из деревянной основы и колбы, куда заливается вода и ставятся цветы. Представлена в двух цветах, черный орех и бук. На вазе предусмотрен специальный крепеж для стены. Именно туда чаще всего она и устанавливается. Размер основания 41 см в длину и 3,5 см горлышко, колба 14,5 см. Стоит понимать, что такая ваза служит исключительно для декорации комнаты. Надеюсь, у меня здесь есть любители вечеринок и веселого времяпрепровождения. Это шлем для напитков, который оборудован двумя трубочками и специальным крепежом для банок. Работает механизм довольно просто, да и трубочки большие, так что жидкость не будет застревать по пути.
продается в нескольких ярких цветах. В последнее время стали особенно популярны светодиодные ленты и панели, с помощью которых можно придать комнате совершенно новый вид, да и просто погрузиться в атмосферу. Однако нормальное светодиодное устройство с RGB и всем необходимым в комплекте может обойтись в приличную сумму, особенно если оснащать ими всю комнату. Поэтому хочу вам предложить более экономичный вариант. Это светящийся скотч, который проявляет себя в темноте. Есть вариант на 140 и 400 сантиметров, самый большой из них обойдется вам в 300 рублей. Скотч легко клеится и может быть использован даже в ванной комнате. Освещает, конечно, не так ярко, как лента, но для атмосферы самое оно. Да и визуально смотрится аккуратно. Если у вас дома живут коты, собаки или другие носители шерсти... Так вот, если у вас дома есть домашние питомцы или же девушка, чья шерсть или волосы остаются на одежде и забивают фильтр стиральной машинки, то я хочу показать вам этот компактный гаджет. Внешне он выглядит как цветочек с сетчатым мешком. Во время стирки он находится вместе с одеждой и во время прокрутки барабана собирает волосы, шерсть, а также различные предметы, которые не были убраны из карманов, в небольшой фильтр. Таким образом, он избавит вас от дорогой чистки или даже от ремонта машины. Лично я очень люблю карточные игры, особенно если играть в них большой компанией. Для тех же, кто любит карты, на AliExpress продаются огромные колоды размером 13x9, 17x12 и 20x28 сантиметров. Колода состоит из 52 карт, от двоек до тузов, и на них красиво нанесен рисунок. С такой колодой уж точно не выйдет мухлевать, а также это прикольный подарок для фанатов подобных игр. А это очень милая коробочка для сладостей, она продается в двух вариациях, с одним и двумя этажами. На каждом этаже имеются свои отсеки разной вместимости. Выполнена в форме цветка в пастельных оттенках, где отсеки являются лепестками. В центре коробочки предусмотрена специальная подставка для телефона. Так можно смотреть видосики, не отвлекаясь от любимого дела. А если вы используете емкость для гостей, то в ней даже предусмотрен вращающийся механизм. Помимо различных сладостей, посуду также можно использовать для размещения снеков к фильму. В общем, думаю, найти продукт, который туда поместится, не составит у вас труда. Для любителей оригинальных дизайнов клавиатур в этот выпуск я добавил необычный кейкап, оснащенный небольшим спиннером. Он заменяет стандартную клавишу механической клавиатуры, продается в нескольких ярких принтах с разными цветом самого спиннера. Как по мне, крутая идея апгрейда своего девайса, и стильно, и нервы успокаивает во время потной катки. Правда, не рекомендую использовать такую вещь на горячей клавише, уж слишком неудобно. А если вы устали после трудового дня или вам хочется чего-то веселого и необычного в выходные, тогда вам точно понравится этот гамак-палатка. Изготовлен он из прочной водонепроницаемой ткани и выдерживает вес до 200 кг. Еще его можно использовать как качели для всей семьи. Гамак складной и легко помещается в багажник авто, так что его можно брать с собой даже в путешествие. Следующая игрушка не оставит равнодушными любителей радиоуправляемых автомобилей. Вы только посмотрите, какие трюки может выполнять это чудо. Вращаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Более того, он может сразу же прыгать на месте. Ему не страшны падения и перевороты. В общем, отличная экшен-игрушка. А если вы любите танцевать и хотите придать своему танцу спецэффектов, то присмотритесь к этому светодиодному оптически волоконному фонарику, или попросту говоря, светодиодной плетке. С помощью одной кнопки можно легко и быстро переключать световые эффекты прямо во время танца. Такая вещица сделает вашу вечеринку незабываемой. Ну а если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь лайк, пиши комментарий и участвуй в конкурсе на этот телефон. Итоги будут после 1000 лайков.